Всем доброго дня. Сегодня мы рассмотрим один из нанесений объектов. На объекте мы наносили лаву. Первое, что нам нужно, это нанести латексную краску. Это идет у нас подложка. Мы ее закатываем валиком. Цвет финишного покрытия тот же, что и сама штукатурка. Итак, мы рассмотрим пару вопросов, какие у нас более часто спрашивают. Первое, что такое основание? Основание — это латексная краска, которая идет под декор. Она идет не самая дешевая краска, это идет латексная. Так как вы можете видеть, мы сейчас наносим саму лаву и будем делать рисунок. Наносим мы небольшой кистью. Это идет у нас размер сотка. Наносим небольшими слоями. После того, как нанесли небольшой объем, берем сразу кельму и сразу же делаем рисунок. Тоже делаю сразу же акцент. Кельма идет у нас пластиковая. Как вы можете видеть, ничего сложного нет. Мы просто делаем восьмерочку и сразу рисуем. Материал очень хорошо наносится и рисуется. Также есть нюансы при нанесении его. Он немножко разбавляется, где-то на процентов 15. Он тогда более легко наносится. По основанию я сказал, что это идет у нас латексная краска, которая идет в цвет финишного покрытия, то есть лава. Не стоит брать очень дешевые краски, потому что на них очень сложно рисовать, они очень скоро подсыхают. Чем дешевле краска, тем декор будет скорее сохнуть. Ну и вследствие вы можете наделать стыков. Все материалы тонируются на местах продажи его, то есть в самих маркетах, там где есть тонировочные студии, там есть веера, по которым вы подбираете полировку, и они сразу же на местах делают. Сама латексная краска, подложка и финишный материал тонируются в один и тот же цвет. Всем хорошего просмотра, если есть у кого-то какие-то вопросы, обращайтесь, обязательно отвечу. На канале есть все мои координаты, если что, обращайтесь.